Всем привет, с вами Рыбачок Володя, и сегодня мы будем готовиться к зимней рыбалке. Поехали! Вот наша подготовка. Вот такие вот наши зимние удочки. Для наживки. А вот это вот приспособление, шумовка. Лёд, чтобы лед с лунки, когда буришь, убирать, чтобы он не мешал. Интересная штука. Вот наш рундук. На очень тонкий лед нельзя выходить. А мы встретимся уже на следующий день, когда придем на место рыбалки. Вот мы начали. Вот мы пришли на место ловли. И сейчас надо убедиться, лед крепкий или нет. Мой папа вчера ходил, проверял. Так что мы идем на толстый лед. И сейчас будем бурить лунки. Ага. Сейчас папа будет бурить. И мы убедимся, насколько этот лед толстый. Все, сейчас будем. Вот тут чуть-чуть потрескивает. Ага. Потрескивает. А тогда пойду покажу подписчикам, как бурить надо. Так, так. По вот этим вот всем. Ага. Вот он бур. Что, где лунки будут? Тут? А. Кто там, где трещина, не будет. Угу. Где трещина, там будем ходить. Ага. Сейчас проверим толщину льда. Угу. Так, теперь нам понадобится инструмент, ножок. Две лунки готовы. Мне выходить на воду? Ты снимаешь? Да, я снимаю. Ты водоем засними нас. Да, я снимаю водоем. Теперь мы берем можовку. Шумовку. Шумовку, ой.
Давай, я выйду поближе, покажу. Это... Лед толстый, 20 сантиметров. О, нормальный лед. Ты это, не мешай нам, собака. А? Так, мне идти. Вот на шалунке. И вот шумовкой вот так вот убирать лед, который не нужен. Сейчас покажу реальную толщину льда. Реально. То есть получается, вот моя рука заходит, еще дальше заходит. Вот и вон там только кромка. Да. То есть это где-то вот столько. Это 20 сантиметров. Вообще. Вот. Но в береговой зоне оно ж дышит землею. Там лед чуть потоньше. Но где мы стоим, глубина метр. Так что хорошая глубина. Сейчас мы будем уже потихоньку закидывать первую удочку. Сейчас покажешь, на чем мы будем ловить. Вот мы одну лунку расчистим, одну удочку закинем, потом будем другую закидывать. На нашу похоже. Нет. И еще одну. Значит, ловить мы будем на зимние удочки. Зимние удочки. На мотыля. Вот он, мотыль. Что такое мотыль? Это мухи. Не, личинки комара. Мухи. А, личинки комара, точно, они же. Мухи это опарыш. Да, мухи это опарыш, точно. Значит, вот мы разматываем удочку. Значит, мы насаживаем мотыля. Что они спят еще все? Да не один просто дрожит. Они тепло любят. Мотыль насаживается вот поперек. В месте, где мы ловим, на льду воды нету. Хотя была оттепель, но обещают завтра подмерзнет все. А вот вода есть. Ну да, ну там видишь идет хуже на центре. Ну да. Значит, смотрите, что мы дальше делаем. Мы вычищаем лунку так, чтобы уже вот эти вот льдинки нам вообще никак не мешали. Ловим мы еще на мормышку. То есть тут у нас еще мормышка. Значит, сначала мы выставляем глубину. Какая тут у нас на водоеме. Потому что мышка это донная снасть. Вот сейчас проверим глубину. Сколько тут у нас глубина. Вот собаки бегают. Ну что, какая глубина? А сейчас увидим. Меньше. Еще меньше. А
хотя, может, это мормышка, которая у меня не тонет. Сейчас мы проверим. О, стоит. Вот она, да? То есть, получается, у нас реальная глубина. Вот, сколько мне? Чуть больше пояса. Прикольно. В этих лунках может будет поглубже. Что это у меня ловится сейчас? Окуньки, красноперки. Гибрид может ловиться. Окуни тоже будут ловиться. Вот. Первая удочка готова. На нее будет ловить Вова. Пока мы сейчас будем разматывать другую. Я на пока буду следить. Да, я буду пока следить. Вова уже смотрит. Мы посмотрим, есть тут рыба или нет. А тем временем еще мы работаем шумовкой. Вот самбур. Покажи, как мы 4 удочки закинули. Мы закинули уже 4 удочки. Раз, два, три, и вон 4. Пока все хорошо, одна рыба. Вот первая рыба, она повела в бок. И это таранка. Вот мы успели вторую закинуть уже. Уже на первую поймали. Давай. Пакетик я. На уху пойдет. Ну да. А для зимы. Сейчас можете уже вторая будет ловить. Я включу видео, когда и будет вторая поклевка. А я пока расскажу, какие виды рыб у нас есть на водоеме. Первая. У нас там больше 10 видов. Первое – гибрид, второе – сазанчик, третье – окунь есть, потом подлещик. Карп зеркальный. Зеркальный карп. Потом еще есть бычок. Щука. Щука есть, да. Окунь. Окунь, я говорил. Судак. Судак есть. И еще несколько рыб. Красноперка, красноперка, сибель и таранка. Он с ладошки стоит. Наша вторая тараночка на вторую удочку, которую мы закинули. Вот она первая, на нее попала тараночка. Вот вторая. Так что сегодня будет уха. Таранка не крупная, но для зимы вполне достойная. Ну да. Вот она еще одна тараночка. Уже покрупнее. Я призвал. Призвал? Прозвал. Нет, поклевку было видно. Да, поклевку было видно. Я призвал ее. Мы сейчас тут тоже отпустим. Че? Да, 3 штуки маленьких, мы их отпустим сегодня. Ага. Ну, если они, конечно, еще. А мы сейчас подведем итоги, и мы за 40 минут поймали 3 тараночки. Каждая, наверное, грамм 100-200. Да нет, меньше. Меньше. Ну, грамм 50. А ты их увеличишь? Или? Да, я вижу. Сейчас мы их будем отпускать. Показывай, как.
Уплыла. Поплыла, да? Да, она сейчас уплыла. Уплыла. Вон она сейчас подо льдом. Раз. Уплыла. Сейчас еще выйдет. Сейчас, смотри. Хоп. И это уплыло. Ну все. Всем пока.